Музей Курской битвы имени генерала Ватутина, лицея номер 25. В числе почетных гостей – ветераны войны, в том числе участники легендарного сражения, которое называют переломным в Великой Отечественной войне. Курская битва продолжалась с 5 июля по 23 августа 43 года. В сражениях на Курской дуге принимали участие более 6 тысяч танков. Воевала там и Нина Антоновна Захарова. Сначала «Катюши» начали целоваться с немцами. Вот. А после этого пошли широким фронтом танки. Да такой гуд был, что просто это не передать. Победа на Курской дуге – один из дней воинской славы, и празднование таких героических памятных дат нашей военной истории очень важно для воспитания подрастающего поколения. Нужно сохранить историю саму, чтобы потом как бы рассказать своим детям, чтобы мы не забывали то, что вообще была война. Арина Макарова, Олег Ильин, «Наше время».